Ночь. Идет мелкий дождь. Капли дождя видны, когда падают под свет фонарей. И кажется, что фонари вдоль улицы плачут. И ты хочешь дальше знать, что будет? Ну тогда слушай. Да что же, как гупешки ушастые, право. Он уже песен про живых не сочиняет. Для наших песен сначала сдохнуть нужно. А мертвым им уж из-за не подвинется все равно. Они песен ваших не услышат. Детей своих не народят. Потому как мрут молодыми геройски. А значит, герои ваши кто? Да пустоцветание. Ничего никого после них не остается. Кроме звездочки на палке, да червяков в земле. А значит, не нужен никому этот ни герой, ни его геройство. Хочешь, я что-нибудь расскажу? Братан, заходи! Заходи, давай, проходи, раздевайся. А, сколько лет, сколько зим, а? А где жена твоя? Ты же обещал привезти. 12 лет женат, ты до сих пор со мной ее не познакомил. Может, вообще холостой? Знакомься. Вот она. Тут где-то. Где? Ну, видишь ли, я тебе должен кое-что объяснить. Мы с ней в одном институте работаем. Работали. Ну, ты знаешь, я тебе говорил. Так вот, она профессор. Изобрела порошок, который съешь, и ты невидимка. Вот она испытала его на себе. И что? Ну что, что? Мне за нее пришлось читать Нобелевскую лекцию. Да ты меня разыгрываешь. Где жена твоя, братан? Руку протяни. Ну... Это кто был? А? Я же говорю, жена моя, Надя, профессор. Невидимка она теперь. Ты что, серьезно? Это фокус, да? Ну, фокус, братан. Ты же всегда у нас любил фокусы, да? Ну ты мне даешь. Ты же только что сейчас потрогал. Жену мою, Надю. Одежда тоже не хорошо принимает, да? С этой минуты ты называешь меня в моей клинике по имени и отчеству. Ты меня поняла? Никаких, блядь, пупсиков. Никаких зайчиков. Если не будет исполнена моя просьба, завтра на твоем месте окажется другая. Я только вот так вот сделаю. Ну а теперь пошла быстро на свое рабочее место. Фонари плачут и дождливая ночь только о том, что не удалось людям. И плачут они всю ночь от одиночества. Завтра нелетная погода. Кто-то не встретится, кто-то недолюбит, недоцелует. Сеанс окончен, деточка. На новых встреч.